Полезными и вкусными получаются куриные котлеты с кабачком в духовке. Из доступных ингредиентов можно приготовить полноценный обед для всей семьи. Куриные котлеты с кабачком можно смело запекать в духовке. Блюдо получается полезное и диетическое, к тому очень вкусное. Для рецепта можно использовать куриные бедрышки или филе. Кабачки и репчатый лук придают котлетам сочность, а немного чеснока – приятный аромат. Куриные бедрышки – 350 грамм. Кабачки – 200 грамм. Яйца куриные – 1 штука. Лук репчатый – 60 грамм. Чеснок – 1-2 зубчиков. Сухари панировочные – 150 грамм. Соль – по вкусу. Черный перец – по вкусу. Количество порций – 3. Подготовьте ингредиенты. Срежьте кожу с куриных бедрышек, отделите мясо от кости. Нарежьте мякоть на кусочки. Нарежьте кубиками вымытые кабачки, кожуру в молодых овощах можете не срезать. Нарежьте и репчатый лук. Почистите зубки чеснока. Сложите в чашу блендера куриное мясо, овощи и кусочки чеснока. Добавьте соль и перец по вкусу, вбейте яйца. Измельчите фарш в блендере. Готово. Запанируйте котлеты в сухарях. Выложите котлеты на противень. Запекайте котлеты в духовке 25-30 минут при температуре 180 градусов. Котлеты подавайте к столу в горячем или холодном виде, будет вкусно. Приятного аппетита!